Сильно? Не по годам. Я не задел. Сильнён, как будто это не 8.
6-0? А, с 9 пробовал? Блин, я думал, 0. Ну, люди еще написали. Это вот так чисто вот для себя. Это чьи-то ракетки, да? Вот эти вот фейковые, которые. Это чем не такой? А. Поэтому... То есть с ними можно не так сильно торопиться. Можно не торопиться вообще. Тоби Тёмина, вот он когда-то, когда маленький был, он упал, соответственно, они просто валяются, никому не нужны, в одну ручку кривая. Вот. Ну там, если возьмете, попробуйте, там 90 ручек полит. А вторая очень тяжелая. Почти не даже. А еще у него есть Артенго с Питеродин. Ну там много всего поросла. Торнео. У меня у ребром карта красочная такие. Отличная от чего? Отличная для ребенка. Я считаю прям великолепная. За 750 рублей она и долго по кафелю, по стенкам. Я не знаю, какие только не перенесла эта ракетка, эти удары. Судьбы. Ну, она у нее дух нет. Вот во сколько потенциально, знаете. То есть, я не ни, знаю. Ни в 11, ни в 30. И никаких вообще на ней ни сколов, ничего. Я не знаю, с чего. Не убивают. Я не знаю, с чего это сделано. На голову у нас плитка. Не кайфа, плитка. У нас плитка везде, да и что их. Везде у нас на большой пол, в коридоре и на кухне полностью все. Это значит, на самом деле вообще не глубоко, конечно, но эти опыты прикачены по полу. Поэтому чудеса. Кстати, пора уже, мне кажется,